Наше любимое место в зале. Последний ряд, 3-4 место. Обожаю здесь сидеть. Почему? Потому что проход свободный. И так вот все видно. Ноги можно вытянуть, если что, бежать. Да. Не падаешь, да? Хорошее кресло, да? Да. Ну, не очень, кстати. Но если что, я буду тебя ногу держать. Да, чтобы оно не скатилось. Курточку хочешь, немножко расстегни. У тебя там футболка. Вот. Поэтому. На котов Эрмитажа мы пришли. Так, все? Гаснет? Ну, вот и все. Отличные футболочки в твое. То симпатичная футболочка. Ну, она так 800 стоит. Ну, конечно, ее можно дешевле купить. Там всякие у нее бонусы. Приятные, знаете, такие к телу очень. Приятненькие. Тут видно, что как бы, ну, хлопок все-таки. Вот. Такая коричневенькая какая-то симпатичная он. Ой, это какая-то большущая очень. А, Линда, тебе понравились коты-то? Понравились, да? Ну, мне тоже понравилось. Почему? Потому что он короткий, он, наверное, час только идет. Ну, плюс реклама там, да. Короче, не больше часа. И русский фильм, как бы, мультик, нормально сделанный. Ну, хотя графика немножко не дотягивает, но... Ладно, сюжет нормальный. И быстрый, короткий. Видно, что по-русски снимали. Вот. Вот, кофейня. Мне нравится это. Но мы кофе сегодня не пьем. Нет. Сейчас такие юбки смотрю везде модные. Типа а-ля школьница, знаете, как из эротических фильмов. Ну, тут еще нормально, нет, это на майку. А, нет, тут 2000, капец. Вообще, такую, конечно, можно и самому сшить. На складочках, конечно, задолбаешься, вот. Короче, мода. Я помню, такая мода была, когда я в школе училась. В классе так, в 10-11, они продавались в этих магазинах конфискаты. Вот там такие продавались. Видите, как? Надо купить такую юбку. Я ношу похожую кофту на эту юбку, да. Ну, вот она. Давай померим, возьмем. Мама хочет померить. Вот это тоже померить. Юбку такую. Какую? Вот она. Это? Нет, мне это не нравится. Это мешковина какая-то. Ну, она похожа. Да, ну, зай, пойдем платье посмотрим. Вон платье мне нравится. Вон какое классное. Я люблю эти клешеные платья. Да, я померю. Ну, дай померить. Мне нравятся вот эти клешеные платья. Но тут надо хорошую животик иметь, чтобы животик не выпирал. Вот. Джинсов. Блин, эти цены такие, капец, я не знаю. Я как будто бы 100 лет в магазине не была. Прихожу, тут цены такие вообще. Повеситься хочется. Ну вот, друзья мои. С моими толстыми коленками, конечно. Хотя они не такие уж толстые. Как тебе, Линда? Смотри, мама как школьница. Ну, в талии хорошо. Не, ну симпатишка какая вообще. Да, правда? Ну, такое надо что-нибудь сюда заправить, вот так вот. Вообще, да? Вообще замечательно просто. Да сейчас пойдем. Господи, мы только в кино ели. Сейчас пойдем. Походим по магазинам. Нагуляем аппетит. Это что тебе? Есть еда? Да. Ребят, ну 2000 как-то жаба душит вообще. За такое. Ну, еще такой в Остине нашла сарафан. Это Остин магазин. Мне нравятся такие расцветки, да, вот это а-ля Испания как раз-таки. У меня такое платье, кстати, есть. О, точняк, мне надо испанский танец танцевать. Платье у меня есть такое в горох с рюшечками. Вообще вылитая Испания. Надо его откопать. Теперь пришли в детское. Футурино. Вот какой симпатичный сарафанчик. 500 ре. У меня Линди как бы, в принципе, так одежда-то есть на лето. Как бы там достаточно. Я много не покупаю, поэтому... Сейчас не буду покупать. На это лето там у меня уже все закуплено. Вот, как опыт показывает, много ребенку одежды не надо. Вот, что говорится, перебарщивать, покупать. Все равно все вырастет. Лучше одно запачкать. Да, Линда? Да? Ну, а куда пойдем-то? Туда? Ну, пошли туда. А здесь мне пришлось выключить звук основной, потому что музыка громко играла. Мы спустились на первый этаж Акваполиса, а там вот около сцены какое-то мероприятие, видимо, какой-то конкурс. Королёв там стоит, что-то какие-то подарки разбирает. И вот люди стоят в очереди, я так понимаю, что они что-то там бросают, чтобы в лотерее поучаствовать. Видите, сколько людей стоит? Я вообще в лотерее как бы не верю. Хотя я один раз в лотерее Королёва выиграла, но мне кажется, это было не случайно.
Да, мне кажется, это было специально. У нас сегодня очередной такой выходной, сегодня же 1 мая, вот. Никто ж не работает, не занимается. Хотя, вот, кстати говоря, частный садик, да, как бы, ну, центр, куда мы ходим, они не работают. А вот подругу я пригласила сегодня погулять, она говорит, ой, говорит, у меня ребенок сегодня идет в частный садик, вот, они работают. Как бы вот, поэтому не все отдыхают. Я на самом деле просто ненавижу выходные. Я тут в пятницу смотрела по питерскому ТВ, как раз обсуждали вопрос там, что выходные, и вот людям-трудоголикам им очень сложно. А я трудоголик, несмотря на то, что я сейчас не трудоголик, но я в душе трудоголик. Я вообще без дела не люблю, не могу сидеть. То есть у меня вот, если я без дела сижу, ничего не делаю, мне тяжело. У меня должно быть все распланировано, все четко. Вот. Меня вот всегда эти все выходные, они меня напрягали, когда весь город останавливается. Ну, как бы не то, что останавливается, понятно, люди работают, но все равно вот это вот, особенно когда ты услуги предлагаешь, те, которые как раз-таки, когда все останавливается, не востребовано, да? То, что многие уезжают куда-то на эти длинные выходные. Меня это всегда бесило. Вообще, на самом деле, я еще тут как-то подустала, но подустала не физически, а морально. Мне вот я сейчас ходила с Линдой, мы в кино сходили, походили чуть-чуть по магазинам, так чисто посмотрели, что продают. И я прям чувствую какую-то такую усталость, мне хочется прямо уединиться в темное помещение, знаете, в такую коробку залезть и сидеть в тишине, потому что я не могу. Ну, сейчас вот здесь буду сидеть, включу что-нибудь посмотреть и просто вот буду сидеть вот смотреть в одну торочку. Мне иногда такое нужно. Сидеть и ничего не делать, вот просто это такое, усталость как будто какая-то моральная накопилась. Вот. Надо учиться получать удовольствие от жизни, не обремененное никакой работой, ничем таким, да. Что если ты ничего не делаешь, значит это плохо. Да, у меня всегда такое было, да. Что, типа, если ты ничего не делаешь, что ты так вот какая-то бездельница такая, даже если ты ребенка рожаешь, ты все равно бездельница, как? Ты должна и рожать, и параллельно работать, там одной рукой там ребенку жопу подтирать, а второй там деньги зарабатывать, что-то делать. То есть вот у меня эта фигня какая-то в башке сидит, она мне все время не давала расслабиться. Да. Я не умею получать удовольствие вот чисто вот на расслабоне, да, типа, как у многих выходные. Я этого не умею делать. Может, потому что у меня в жизни долгое время такого не было просто. Хотя нет. Вот я, знаете, я сейчас вспоминаю так, когда еще я за первым мужем Семеном была замужем, да, и у меня была школа танцев, вот. И наступали каникулы, да, летние, в колледже, да. В школе танцев, понятное дело, тоже все как-то, ну, затухало летом. Там, я не знаю, я помню первый год, у меня вообще, я летом в июне, и в июле в минус ушла по аренде, то есть я не смогла аренду купить. На второй год я уже в ноль выходила. Ну, то есть июнь там либо был ноль, либо там был в плюсе, не знаю, 3-5 максимум. В августе уже как бы был точно конкретный плюс, а вот июль всегда был чисто, ну, вот в минус не ушел, уже хорошо. Аренду купил, уже хорошо. Вот, и я помню, у меня такая вообще депрессуха была, вот это июнь, июль. Семен постоянно на работе был, он работал в этом, в Эльдорадо или в МВИДе, где он там работал, я уже не помню. Вот. И я вот весь день дома, как бы сказать, в коммуналке в этой, ну, хоть в коммуналке и такой дом, типа как сталинский, да, там такая, ну, довольно-таки изолировано все было, комната, как квартира фактически. Вот, но все равно. И почему-то как-то, знаете, мне. Вот я, блин, была вообще такой зашоренной. Ну, на самом деле денег-то особо не было. Что зашоренной? Денег не было. Вот. Особо себя развлекать тоже как-то не умела, и денег не было. Но я сейчас так думаю, почему у меня не было, например, мысли в Питер поехать? Взять и поехать одной. То есть вообще, я даже себе это почему-то даже в мыслях не позволяла. Да? Ну, то есть. Если поехать, например, отдыхать, то опять-таки что-то я все время Семена тащила. Что, взяла бы в Тунис какой-нибудь, поехала по дна, например. Там цены-то были вообще тогда еще. Да, цены были, ну, такие, ну, можно было съесть. А хотя, опять-таки, денег было в обрез. Вот. Но все равно, вот у меня даже почему-то и в мыслях такого не было. Блин, вообще, на самом деле, сейчас я вспоминаю, вот я думаю, вот мне сейчас только 33 года, но у меня уже многие вещи, которые были в прошлом, мне кажется, что они были не со мной. А вот когда тебе 50,
Вообще, наверное, ощущение, как будто ты несколько жизней прожил. Да, кстати, друзья, мне понравился совет, как кто Александр мне дал совет, купить парик, друзья мои. Я давно мечтала о парике. Я хочу, да, точно, я куплю себе парик блондинки. Да. Может быть, и контент разнообразю. Вот. Надо попробовать приобрести. Ой, ребят, это мне подписчица моя подарила в Санкт-Петербурге, с которой я встречалась. И вот только нас дошло до него дело. Ой, ребят, так вкусно! Так вкусно! Напишите, пожалуйста, а где вы купили этот шоколад? Это, наверное, в Питере, да, где-то? Ой, ну так вкусно вообще. Слушайте, ну да, слушайте, цена, да? Я хотела как раз спросить, сколько стоит. Ну, слушайте, ну стоит того, да, друзья мои. Ой, как вкусно. Ой-ой-ой, правда, друзья мои, вот где купить такой, надо загуглить. Вот, где купить такой вкусный шоколад. Я такого вкусного шоколада, друзья мои, давно не пробовала. Ой, вкуснятина. Спасибо большое.